Фондовое собрание Музея Победы насчитывает около 300 тысяч предметов. Многие экспонаты уникальны и нуждаются в постоянном уходе. Особого внимания требуют металлические предметы, многим больше полувека. Чаще всего они покрываются коррозией или выцветает краска. В таком случае экспонаты отправляют в реставрационные мастерские, где специалисты приводят их в порядок. На данный момент в мастерской представлена бронзовая скульптура Сталина. Она приехала из Ржевского филиала на плановую реставрацию. После чего был составлен акт о состоянии сохранности. И были обнаружены многочисленные продукты коррозии на квадратном основании, на всей поверхности предмета. И в связи с этим был проведен реставрационный совет, и были обозначены операции реставрационные. Бронзовая скульптура Иосифа Сталина почти готова к возвращению на экспозицию. Кстати, в мастерские попадают предметы разной степени сложности, подчас в очень плачевном состоянии. Чтобы восстановить некоторые экспонаты, реставраторы разбирают их на мельчайшие детали. В этой профессии требуется ювелирная точность и максимальная осторожность. Малейшая оплошность, и предметы исторического наследия придут в негодность. Самый длительный предмет, который мне приходилось реставрировать, это был полевой телефон военных времен. По программе был демонтаж полный, и поскольку внутри было очень много деталей, все они были в плохом состоянии сохранности, их нужно было отреставрировать. Следовательно, реставрация была длительная, тяжелой. В итоге предмет был отреставрирован. Был составлен протокол из реставрации, и в данный момент он имеет хорошую сохранность и может выставляться в дальнейшем для любых выставок. Для художников-реставраторов Музея Победы нерешаемых задач не существует. После кропотливой работы экспонаты вновь оказываются на выставочных площадках или ждут своего часа в фондохранилищах. Сохраняя предметы культурного наследия, реставраторы сохраняют историю.